Всем привет! С вами снова Олеся Селезнева. И сегодня я хотела бы поделиться той радостью, которая нагрянула на меня совсем неожиданно в первой половине дня. Радости моей не было пределу, когда я увидела, что это мой выигранный смартфон. А для тех, кто не знает, я напомню, в феврале компания Armel был объявлен промоушен. А для тех, кто делает 100 личных баллов, эти люди участвуют в розыгрыше 28 новеньких смартфонов. Ровно столько их, сколько дней в месяце февраль. Участвовать мог абсолютно каждый партнер, кто принимает эти условия. Скажу про себя, что мне никогда в жизни не везло лотереи. Я не из тех людей, которые покупают лотерейный билет и думают, что он там выиграет автомобиль, квартиру или большую сумму денег. Конечно, к этому розыгрышу я относилась больше как к игре. Конечно, выиграть хотелось, но это игра не более, да? Но я всегда отношусь с большим пониманием тех акций, тех промоушенов, которые устраивают компании. Почему? Потому что все акции, они делаются неспроста, да, не потому что вот 28 смартфонов было лишних. Это делается для чего-то. Либо для вашего роста в статусе, либо для помощи там в построении бизнеса и так далее. В общем, любая акция, она несет за собой смысл. И я, как человек, активно развивающийся в компании, всегда использую эту возможность. Поэтому я сейчас хотела выразить бы слова благодарности президенту компании Armel Вячеславу Демидову, его супруге Яне Демидовой. Ну, во-первых, за тот подарок, который я выиграла. И, конечно, за саму ту возможность поучаствовать в этом. И так, друзья, все в принципе шикарно, да, продукт продается, бизнес растет, команда растет, открываются страны. А тут еще плюсом компания заботится о том, чтобы нас как-то смотивировать. И, безусловно, это будет отличный инструмент мне в помощь для развития моего бизнеса. Давайте сейчас вскроем эту посылочку, и дальше я объясню, почему мне это поможет. Вот он, Samsung Galaxy J3. Вау! Здесь вот показаны характеристики. Супер экран, обновленный дизайн, режим максимального энергосбережения, поддержка 4G, экран с функцией, по-моему, HD, если не ошибаюсь, камера на 8 мегапикселей, процессор 4-ядерный. 2 сим-карты и внутренняя память на 8 гигабайт. Вот он в целлофанчике, даже жалко открывать. У меня был мой смартфон, не скажу, что он прям сильно плохой, Alcatel One Touch, но для моего бизнеса он был не совсем удобен, потому что не было, допустим, качественной картинки для снятия видео, да, где-то телефон бывал там подтормаживал. К тому же сейчас я планирую вести видеотрансляции, и новый телефон мне в этом поможет. Поэтому, друзья, относитесь к тому, что происходит, с пониманием и с надеждой, да, и вам обязательно повезет так же, как мне, потому что везет тому, кто везет, да. И в свою очередь, получив этот подарок, я подумала, но я проделала определенную работу, и мне повезло, я выиграла, да, но мне всегда хочется, чтобы получали еще и мои партнеры, и поэтому буквально в считанные минуты мне пришла идея запустить свой марафон «Клуб постоянства 100». Для моей первой линии я объявляю промоушен, который будет действовать на постоянной основе из месяца в месяц. Условия простые. В
течение месяца с 1 по 30 либо 31 число нужно делать личный объем 100 баллов, и среди участников по завершению, да, месяца марафона я буду обязательно разыгрывать какой-то ценный приз, который пригодится либо в работе, либо в бизнесе, да, либо в пользовании. Каждый месяц подарок будет разный, и я думаю, что каждый из вас получит этот уникальный шанс, да, плюс эти 100 баллов, которые вы будете сами делать и учить этому других, принесет результат, о котором, может быть, вы сейчас еще даже не догадываетесь. Ну что, марафон запущен. Еще раз благодарю Вселенную за тот положительный момент, который произошел у меня. Благодарю компанию и руководство Арме. Друзья, всех благодарю. Безумно рада и счастлива. Всем до связи, всем пока. С вами была Олеся Селезнева, команда Number One. Помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.